Всем привет, с вами Forextream, и сегодня мы рекламируем вот этот вот черненький трос. Вы просили что-то эксклюзивное, мы нашли материал и сделали. У нас немножечко тяжелая будет съемка, потому что он черный, постоянно надо контролировать, но я надеюсь, суть вопроса вы уловите. Итак, хочу сразу начать с мешка, как театр начинается с вешалки. Любая наша динамика начинается с мешка, в которую вы его мокрый, грязный упаковываете. Итак, 26 миллиметров, 9 метров общей длины, правильно заплетенный, с огонами и надетыми рукавами от грузовых ремней. Тут мы пишем, чье это изделие, чтобы вы не путали с другими продавцами, потому что есть очень много нюансов. У нас всегда в комплекте светоотражающий, вернее, красный маркер-флажок со светоотражающей полосочкой. В ночное время или в дневное время, поверьте, он вам очень пригодится. Итак, готовое изделие, черный цвет, длина, немного о длине. Это 9 метров. Почему 9? Потому что меньшая длина не будет пружинить так, как оно надо при этом диаметре. То есть, этот трос для тяжелых и средних внедорожников не будет работать на длине 5 метров, 6 метров, 7 метров. То есть, не хватит энергии для того, чтобы накопить в этом тросе. И как дергать? Не стесняйтесь, преодолейте психологический барьер. Натянули трос между двумя машинами, подъехали на 5-6 метров, нажали газ и рванули. Натянется сперва трос, и дальше энергия троса передастся на машину застрявшую, и она плавно, спокойно выйдет. И если это не получится с первого раза, повторите процедуру 2-3 раза по чуть-чуть, но всегда подъезжайте, всегда давайте слабину. Итак, изделие делает Forextream для вас не первый год. Обращайтесь, пользуйтесь, получайте удовольствие.